Скорее наберите 911. Что же делать? Алло, приезжайте срочно, вы нам нужны. Что стряслось? Чесночные пироги. Не переживайте. О, доктор, а мы вас ждем. А, как же вас угораздило. Возвращающий укол. Материал собран. Осталось собрать вас. Ха, перемешиваем и возвращаем. Ура! Что-то мне нехорошо. Вам нужен постельный режим. Ха, конфетку для храбрости. О, спасибо. Не переживайте, вы в надежных клыках. Нужно скорее вести вас в операционную. О, не гоняйте так. Мы обязаны успеть. О нет, держитесь. И раз, и два. Ой. Фуф. А где оплата за спасение? У меня нет с собой налички. Ничего страшного. Вампирский банк подойдет? Подходит. Оплата прошла. Продолжим. Я готова. Фух, справилась. Секунду. А это кто еще? Доктор, здравствуйте. Оу, как много света. Что случилось? Прошу вылечить его, с ним невозможно играть. Вот витаминка, она мигом поставит его на ноги. Сейчас сам увидишь. Ам? Никакого экспериментального лечения, я плачу наличкой. Ого, да вы серьезный клиент. Киберспортсмен, наверное. Все аминокислоты и витамины в одной капсуле. Приятного выздоровления. Готово. Ого, вот это заряд сил. Еще станцуй. С радостью. Так веселее целиться. Что вы себе позволяете? А, перестаньте. Я сейчас принесу. Да уж, что? Моя спасительница. Дайте я вас обниму. Парень уже отблагодарил. Идите. Какие-то ненормальные. Меня вызывают? Алло. Доктор, приезжайте. У нас катастрофа. Оу, выезжаю. Набор есть. Гроб, мобиль. О, да, да от нее глаз не оторвать. Ха! Доктор-вампир выезжает на вызов. О, какая же она мощная. Ху! Ха! Спорт-режим. А? Подожди, крошка. Вы это мне сейчас? Вообще-то о своей машине. Я вас и так жду. Так это вы звонили? Что случилось? О, мой бедный снеговичок. Я нашла его сегодня в таком виде. Он влетел в коробку на полной скорости. Не бойтесь, я разберусь. О, а он там крепко застрял. Ах ты. О, идея. Огонь. Какой кошмар. Сейчас ты быстро оттуда вылезешь. Ха-ха. Бинго. Пациент освобожден, прошу оплатить услуги. Но вы его испарили, я не буду платить. Момент. А теперь просто подуйте на него. Всего дыхание и готово. Окей. Фу. Вот, снеговик как новенький. Спасибо вам, доктор. Вот. А это я люблю. О-о. Голова просто раскалывается. Доктор, вы можете как-то помочь? Тяжелый случай. Присаживайтесь. А ну отдай. Ого, ну и тяжести. О, ладно. Кошмар. Голова кружится. Держи. О, а это интересно. Доктор. Верни немедленно. Это тебе понравится еще больше. Ура. Ну как, вам лучше? Терпимо. Благодарю вас, док. А вот и первый вклад. О, еще пациент. Хай! Такая милашка, присаживайся. У моей модели началось облысение. У нас завтра показ натуральной косметики. Не хочется, чтобы все сорвалось. Интересно. И гадко, но ничего. Вернем тебе прежний блеск. Сперва пострижем вас. Летняя стрижка очень освежает. Ха. А вам идет ирокез? Но давайте все же уберем и его. Слушайте, а вам идет. Ха! Барби-болл! Оу! Теперь начинаем пересадку. Все будет выполнено по высшему разряду. Угу. Не думала, что стану еще и стилистом. Ну разве не прелесть? Ха-ха. Выглядит роскошно. Готово.
Как вы меня напугали! Прошу, ваша модель. О, доктор, это невероятно! Такие мягкие пушистые волосы. Ой, такое бывает. О. Не двигайтесь, вас тоже вылечим. Ха, главное, не бойтесь. Оу, ну ладно. Последний шов. Ух ты, как новенькая. А вот и моя благодарность. Ха, ловите. Супер! Хорошего дня и удачного показа. Пока. Это было просто. Что? Кто вы? Привет, тетя. Ух ты! Да вы великан. Здравствуйте. Вы случайно не баскетболист? На что жалуетесь? Мне нужно разрешение на сладкое. Серьезно? Но на сладкое нужно разрешение только одну секунду. Лучше не суйся сюда. Тебе ясно? Ауч! Что-то тут нечисто. Перед разрешением я должна провести рентген-обследование. Так вот оно что. Все ясно. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Нас раскрыли. Спасайся, подожди меня. Эй, тут что, заколдованный пол? Почему я бегу на месте? Никакой магии, просто ловкость ног. А сейчас ты полетишь. Пока-пока. Эти дети. Док, помогите. Эй, это не отель. Ау, вы спите? Хаги, подъем. Что-то мне это уже не нравится. Нужно сделать МРТ. Какой кошмар. Чудо, что он сюда дошел. Я знаю, что делать. Главное, сохраняйте спокойствие. Я мигом все исправлю. Приступаю к операции. Так, срез сделан. Сейчас найдем. Ага. Ой, какой маленький. Да уж, ему не позавидуешь. Покормлю им рыбок. Ладно, увеличим ему интеллект. Будет компьютер, а не мозг. Да полезай же ты! Отлично, теперь справочник. Прекрасно. География тоже нужна. Думаю, достаточно. Ага. Проверим рефлексы. Работают. А как насчет сложной координации? Готово. Можем закрывать. Главное, чтобы все поместилось. Вуаля. Можете идти. Ого, да я чувствую себя гением. Обнимашки. В другой раз. Не поняла. Я заметил тут нечто поинтереснее. Серьезно? Я бы вызвал вас на битву умов. Жаль, вы безоружны. Ого. Спасибо. Ну что, терапия помогла? Кажется, не очень. О, этого я и боялась. Все будет окей. О, как странно. А вот и новое лечение. Постойте, мы же не закончили. Есть дела поважнее. Ага, подсоединяем пациентов. О, что это, док? Мы передадим вам ген миссис Лонглегс. Может, включить ТВ? Ноги? Хвост? Без паники. Долго еще. Не переживайте, мы почти закончили. Отдайте пульт. А теперь трум-трик. Пожалуй, присоединюсь. Ура! Ура! Мой хвост теперь нормальный. Замечательно. Мои ноги тоже вернулись. Почему я как сушеный фрукт? Доктор! Упс, пора уплывать отсюда. Это временные неудобства. Ложитесь на кушетку. Я скоро. Я не хочу быть шорт-хэндс. Хаги, снова ты? Что тебе надо? Уходи отсюда. Но я сломал руку. Тоже мне проблема. Дай посмотреть. Ой, чуть не забыл об этом. Это мне? Мило. Ауч! Почему так жжется? Ай-ай, это что, серебро? Хаги, у меня непереносимость серебра. Эй, мэм, вы мне поможете? У меня что-то с глазами.
Я думала, это 3D-линзы. Но ладно, думаю, капли с этим легко справятся. Вы что? Не нужно! Мне страшно! Умоляю! Это просто капли! Ничего не будет! Ложитесь! О, хорошо, но мне все равно страшно. Ну все, достала! Я ничего не вижу! Где вы? Доктор! Что со мной? Без вмешательства здесь не обойтись. Кровь перестала поступать к глазу, мы это исправим. Так, готово. Вот теперь то, что нужно. О, с кем вы разговариваете? Мэм, потерпите. Ай, щиплет. О, но я вас очень плохо вижу. Ребята, они в другой стране. Поставьте лайки, если хотите, чтобы к пациентке вернулось зрение. Ну что, видите меня? Да. Спасибо, док, вы лучше. О, вы тоже ничего. Благодарю. Прошу, выход там. Кажется, никто не видит. Ха-ха, разряд. Так прикольно. И еще. Минутку. О, кажется, вызов. Алло? Ясно, да слышу я. Выезжаю. Доктор Вампи снова в деле. Ха-ха. Все будут здоровы. А о чем это я? Уже опаздываю. Да уж, не повезло кому-то. Ох. Мэм, скорее освободите меня. Сохраняйте спокойствие, я мигом. Что здесь произошло? Это все этот ненормальный рыбак. Оу, ну берегись, браконьер несчастный. О-хо-хо-хо-хо! Кажется, у меня сегодня суши на обед! Клюнула! О, нет! Прошу, не кусайте! Не смей больше никогда ловить рыбу в аквапарке! Ясно? Я больше не буду! Отлично! А вот твой улов! Вау! Ай, больно! Ха! Это тебе на память! Приятного аппетита! Не переживай, я разобралась с ним! Оу, получилось, вы свободны, осталось заплатить. Оу, одну минутку, все, что есть. Принимается. Хорошего дня. Не переживайте, мэм, это стандартная процедура. Называется обед. Секунду. А что это за запах? О, вы о чем? Это не я. Тогда что это? А, так вот, от кого это? Бонжур, мадам, как вам мой одеколон? Хаги, выметайся отсюда, ты портишь мою трапезу. Зачем ты пришел, если ничего не болит? О, это легко исправить, док. У меня очень болит живот. А, и почему я не удивлена? Экран, Хаги, пройди для рентгеносмотра. Давай скорее, у меня нет времени. Ну и гадость. Оу. Посмотрим, что ты еще сегодня съел. Вечно ты ешь всякий мусор. Ах, может, пойдешь на кулинарные курсы? Отлично. Фу, можешь выходить. Ой, мы же тут не одни. Оплати услуги мусорщика. Это вам. Отлично, тогда это вам. Оу, мой драгоценный мусор. Этим докторам нужны только деньги. Теперь нам никто не помешает. Ложитесь. Ага, новое дело. Док, срочно нужна ваша помощь. Мой Мишка, ему срочно нужна операция. Ну что же, посмотрим, что я смогу сделать. Сперва проверим его состояние. Странно, пульса нет. Думаю, ты была права. Эй, что вы делаете? О, перестаньте. Прошу, не мешайте. Теперь ты. Что? Не надо? А, прошу вас. Что происходит? Не смей обижать маленьких. Ауч. Ну, погоди у меня! О, что вы себе позволяете? Мы уходим от вас и напишем плохой отзыв. До встречи в суде! О, это было неприятно. Напомните, как вас зовут? Скелли, точно. Вот ваша справка о здоровье. Я не нашла у вас ни одной болезни. Спасибо, док. Вы лучше. Всего хорошего. Ну, наконец, свободная минутка. Вы по записи? Доктор, я ничего не вижу. Помогите. Оу, теперь еще и голова болит. Вы сейчас все мне здесь разнесете. Присаживайтесь.
Это, наверное, чья-то черная магия. А по-моему, это обычное ведро. А теперь мы сделаем его очень милым. Ха, ладно, это не подходит. О, придумала! Сделаем вам маску. О, так уже гораздо лучше. Улыбнитесь. Спасибо, доктор. I dance, dance. Стоять. А заплатить? Но это все, что у меня осталось. Этого хватит. Можете идти, не болейте. Мамми? Кажется, у меня начались схватки. Скорее, ребеночек толкается. Ясно, я вас поняла. Ему просто нужно успокоиться. Начинаем процедуру. Так, как ваши ощущения? Кажется, малышу нравится. И мне тоже. Раз вы уже здесь, может, сделаете мне УЗИ? О, без проблем. Сейчас посмотрим на вашего малыша. Я так и думала. Впредь рекомендую не есть надувные шары. Одну минуту. Сейчас спустим воздух, и станет полегче. Точно. А вот и виновник вздутия. Что-нибудь еще? Это вам на чай. Очень мило с вашей стороны. Да тут хватит не только на чай. Ни в чем себе не отказывайте. Надеюсь, я успела. Что с вами, мэм? 307-й раз чихнула. Апчи! Будьте здоровы. Хватит. Простите, я больше не буду. Апчи! Как вам помочь? Апчи! Спасибо, что приехали. Фу, ну и гадость. Расскажите, давно это у вас? Да, с тех самых пор, апчи. О, вот бедняжка, какая мерзость. Возвращайтесь к нам. Это просто невыносимо. Я знаю, что должно помочь. Прошу, это вам. Думаете, это поможет, а? Сейчас мы все выкачаем. Кажется, я начинаю сдуваться. Упс. Ну вот, как новенькая. Уже лучше? Еще бы. Док, я снова могу дышать. Благодарю. Не стоит. Мы должны помогать друг другу. Мне нужна ваша помощь. Проблема с руками. Не пробовали мыть? Что у вас? Все, к чему я прикасаюсь, замерзает. Ух ты, прикольно. А я могу вас кое о чем попросить? Всего один бокальчик. Просто у меня холодильник сломался. Разрешите? Мне хватит всего пару кубиков. Благодарю. То, что надо. Так что? В смысле? Это очень неудобно. Что делать? Можем от них избавиться. Только не это. Анестезия сработала, приступим. Все дело в нервных окончаниях. Уберем зажимы в них, и Кэльзи вернется контроль над руками. Хотя от леда машины я бы не отказалась. И все, работает. Трум-трик. Попробуйте теперь. Операция завершена. Пробуйте. Уже все? Невероятно. Доктор, вы лучше. Я снова могу все трогать. Как же здорово! А это вам, док. Всегда рада помочь. До свидания. О-оу. Слушаю. Поняла. Сейчас буду. Вы все ко мне? Прошу, не толпитесь. Помогите ей, док. Мы просто играли в прятки. О-оу. Кажется, она проиграла. Мэм, вылазьте. Фу, чуть поясницу не потянула. Что же делать? Точно. Искусственный массаж сердца. Не надо было прогуливать колледж. Да что же не так? Там и вторая часть есть. Я бы не отказался помочь. Вы же не против? Фу, что вы себе позволяете? Это не гигиенично. Идея. Что она делает? Осторожно, я видела такое в рестлинге. Надеюсь, это сработает. Трон-трик.
Док, вы настоящий герой! Вы самая лучшая! Ну что вы, перестаньте! Да, это мой пояс. Вы что, не видели табличку? Вообще-то я отдыхала! Простите, мэм, со стороны выглядело совсем не так. До свидания. Уходите! Не дали человеку поспать. Изверг. Ах, надеюсь, в этот раз высплюсь. Тоже мне. Сами позвали, сами выгнали. Я вообще-то доктор. А когда-нибудь я даже стану лучшей. Только нужно немного постараться. Уже вижу, как мне вручат награду. Оу, новый пациент. Скибиди-доп-доп. Доктор, я не могу избавиться от этой песни. Мой муж не хочет возвращать мне детей. Адвокат в соседнем кабинете. Оу, вы мне поможете? Я постараюсь. Думаю, это синдром скибиди-туалета. И у меня есть инструмент для лечения. Может быть, немного неприятно? Вот так. Готово. О, я думал, что навсегда останусь скибиди. Надеюсь, деньги у вас с собой есть? Конечно. Отмотайте сколько нужно. Думаю, этого вам хватит. Я обязан оставить отзыв. О, так мило, спасибо. Ну, я пошел. Будьте здоровы. Что? Я вернулся. Скибиди-доп-доп. Ну все, дважды с одного аккаунта нельзя отправлять отзыв. Так что примем серьезные меры. Все, больше никакого скибиди в моем кабинете. Оу, алло? Док, я в парке. О, нет, вы в порядке? Да так, заноза. Может, вытащите? О, да уж, впервые такое вижу. Одну секунду. Может, пластырь? Уже гораздо лучше. Берегите себя. Пока-пока. Стоять! Вытащите! Тише! Только не нервничайте, и вам лучше прилечь. Теперь вам не нужно выходить в парк за деревьями. Трум-трик, вы теперь и сами маленький парк. О, вау! Вы довольны? Еще бы! Я не откажусь от оплаты. Конечно, мэм. Одну минутку, вы наверняка проголодались. Угощайтесь. Оу, не стоит пачкаться, прошу. О, элегантно. Бон аппетит. Благодарю, вы меня просто выручили. А вы меня, давайте я оставлю отзыв. Как это мило с вашей стороны, мне очень приятно. Кто там следующий, а? Что у вас случилось? Мне нет покоя от головной боли. Может, вы поможете, прошу. О, звучит ужасно. Давайте начнем осмотр. Не двигайтесь. Что у нас тут? Как странно. Что именно, док? Сколько раз я тебе говорила, не складывать носки в посудомойку. Вы действительно больны. Я больше так не могу. Тебе ясно? Да уж. Ну что там, доктор? Присядьте. Ваша голова болит не просто так. Не хотелось бы этого говорить, но вы каблук. Хорошо, что у меня есть лекарства. Взгляните. Ого, оказывается, так было можно. В вашем случае нужно. Спасибо. Моей голове куда легче. Позвольте вас поблагодарить. Вы просто чудо. Стаканчик крови еще никому не помешал. Ах, вкусненько. Ой, клиенты. Доктор, я не знаю, что делать. Дэдди ушел от меня. Оу, кажется, все пошло не по плану. И что не так? Теперь у меня болит сердце. Серьезно? Из-за него? Да, думаю, оно разбито. Только без паники. Глубокий вдох и выдох. Дышите. Давайте сделаем рентген. А скинете потом фотки, а? О, нет. Этого я и боялась. Скорее в операционную. Со мной все будет в порядке? Ну, конечно. Вы обещаете? Для меня это важно. Так уже гораздо лучше. Приступим. А вот и причина боли. Достаем.
Интересно, а дальше что делать? Ладно, доверюсь процессу. Попробуем выкачать плохие воспоминания и зальем мысли о шопинге и новых парнях. Думаю, сработает. Надеюсь, меня не лишат за это лицензии. Этого хватит. Ну вот, совсем как новенькая. Ставим обратно. Теперь береги свое сердце и не давай никому его разбить. Все остальное я уже сделала. Так вроде не должно быть. Она же не зомби. А, точно. Ребята, мне нужна ваша помощь. Ставьте палец вверх, если хотите вернуть маме Лонглегс к жизни. Прошу, пожалуйста. Ура! Вы отлично справились! Молодцы! Теперь меня точно не лишат лицензии. Ах, это все, док. Нет, осталось оплатить операцию. Момент, я расплачусь картой Дэдди. Вы же не против? Трон-трик. Отлично, а вы идете на поправку. Ой, еще и мой рейтинг подрос. Оу, ну что за красотки? Что это? Не могу поверить! О, мое сердце! Вроде одной длины, еще чуть-чуть. Мэм, можно к вам? Странная болезнь, я вся в прыщах. Чувствую себя гадко. О, выглядите тоже. Можете сесть чуть дальше, я возьму у вас анализ крови. Отлично. И еще немного. О, да что вы себе позволяете, а? Это кровопускание? Ну как, мне это поможет? О, прыщи никуда не исчезли. Что со мной? Ладно, симптомы надоедливая с кучей прыщей. Так. Мэм, вы мёртв. Не оскорбляйте меня, я буду жаловаться. О, постойте, я пошутила. Давайте начнем с простых упражнений. О, но как? У меня же нет ног. Я больше не могу это терпеть. О, чудо! Моя кожа снова чистая. А почему? Доктор, зря я вам не верила. Вы исцелили меня. Наличка подойдет? Вау, ну конечно. Пока-пока. А кто это? Добрый день, тетя доктор. Можно к вам? О, какой кошмар! Ладно, проходи. Ох, здесь доктор, который тебе поможет. О, дантист? Но я боюсь их, я пас. Ты куда? Постой. Ребята, напишите, вы тоже боитесь осмотра у стоматолога? Или готовы ходить к нему раз в полгода, а? Хочешь конфетку? Хорошая девочка. Взять! Фу, кажется, пронесло. Ого, какая сильная. О, там очень страшно. Ну, прости. Я придумаю что-нибудь другое. Давай начнем с простой чистки. В твоих зубах застревает много еды. И если ее не вычищать, то зубы начнут выпадать. Чем чаще ты чистишь зубы, тем реже тебе будет нужен дантист. Можно представить, что это веселая игра. Если перестанешь играть, то придется ставить тебе пломбу. Только посмотри на эту здоровую улыбку. Держи. О, спасибо, доктор. Вы самая лучшая. Я хочу оставить вам отзыв. Ух ты, спасибо, крошка. И вам спасибо, доктор. Фу, вроде это все. Кто там? Ау! Доктор, мне нужна ваша помощь. Еще один такой бой, и я ухожу на больничный. Я не могу разогнуться. А, тогда ясно. Хрусь. Потолок. Да, посмотрите пока наверх. Какое-то время. Слушайте, а мне нравится. Спасибо, доктор. Серьезно? Рада стараться. Всего хорошего. Еще увидимся. Так, на что жалуетесь? Ага. Жалоб нет. Прошу, ваша карта. Вы здоровы. Теперь вас точно пустят в бассейн. Ура! А то я уже весь высох. До свидания. Так, и кто меня вызывал? А, похоже, тут была вечеринка. Ха-ха. Помогите! Я застрял! О, прошу, не кричите. Ладно. После этого все пойдет, как по подсолнечному маслу, поняли? Плащ придется постирать. Отлично. Попробуем еще раз.
Ого! Спасибо вам огромное! За это тоже! О, верните немедленно! Вам это нельзя! О, почему? Вам нужно больше спорта! О, и вы дадите масло? Только спорт! Активнее! Вы не доктор, а изверг! Ого! Ого! Ну что вы, как черепаха! О, сердце! О, что с ним? Ладно, я знаю, как упростить задачу. Теперь вы похудеете куда быстрее. Давайте, еще чуть-чуть. Ого, горячо. Ау, ау. Раз, два, раз, два. Чем это так вкусно пахнет? Что? О, нет. Что с ним? Угощайтесь. Что? Мне нужны калории. Вы сами меня вынудили. А теперь вернемся к спорту. Не благодарите. О, идея! О, это же не коктейль. Пойду спать. О-о-о-о! Помогите! Вроде кровь. О, снова вы? Док, нужна помощь. О. Так, так, так. Срочно на кушетку. Проведем технический осмотр. Опять ходовая барахлит. Так, сейчас быстро подлатаем. Пару заплаток, и снова будешь летать. Фу, она же на электричестве. Так, трум-трик. Пикачу! Спасибо, док! О, вроде все. Я вам так благодарна! Спасибо! Нет, я против шокотерапии. Вы самое лучшее! Чуть не забыла добавить отзыв. Смотрите, у вас максимальный балл! О, серьезно? Не могу поверить! А вот и ваша награда, мисс Кайли! Понравилось видео? Ставь лайк, напиши комментарий и кликай на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей.